Живой урок по окружающему миру сегодня прошел у учеников 49-й Чебоксарской школы. Только не в классе, а на выставке кроликов. Ребята смогли поближе познакомиться с пушистыми зверьками, узнать о них много нового и потрепать за длинные уши. Это француз. В начале 20 века вывели их молодая еще порода. В 1924 году во Франции, в Париже впервые их представили на выставке. Потом их начали активно завозить в Европу. Рекс, баран, бабочка, фландер, карликовые и великаны. В зале Национального музея более 20 пород кроликов. От тех, что умещаются в ладошку, до тех, что размером с собаку. Детям особенно интересно сравнить их вживую, а не на картинках учебника. И, конечно, потрогать своими руками. Они какой пушистый. Морским свинкам дети не сильно удивились, но белоухие игрунки, самые маленькие в мире обезьянки, вызвали у ребят бурю эмоций. Весят такие зверьки чуть больше 200 граммов и оправдывают свое название. Обезьянки очень эмоциональные и игривые. Я считаю, что всем было бы интересно сюда прийти и посмотреть на кроликов, узнать, что даже в книгах не написано. После реального знакомства с животными гораздо интереснее искать о них информацию в книгах и интернете, говорят второклассники. Учителя, в свою очередь, тоже отмечают, что такие живые уроки повышают заинтересованность детей в предмете. Я думаю, некоторые дети даже тему о кроликах выберут для исследовательской работы. Сегодняшняя экскурсия мне очень понравилась. Эти милые пушистые создания так хороши, что я хотел бы себе завести такого питомца. Мы готовы и далее сотрудничать с различными школами города и проводить подобные живые уроки. Выставка будет работать в Чебоксарах в здании Национального музея до 27 июня. Екатерина Храмкина, Владимир Синдеев, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.